Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале «Накачанные колеса». Мы в очередной раз хотим поговорить о подделке различной продукции, о контрафактах, о недобросовестных продавцах и о многом другом. Сегодня поговорим о подделке продукции Saks и Limfiber. На прошлой неделе мы с братом посетили семинар компании ZTF. Нас пригласили в специальный конференц-зал в отеле Hilton. Сам семинар длился 5 часов. Мы все выслушали, послушали. Для себя вынесли очень много интересного. Нам очень понравилось. Сама фирма ZTF – это группа компаний, в которую входят фирма Saks, производящие амортизаторы и комплекты сцепления. Фирма Bogi, производящая амортизаторы. Фирма Limfiber, производящая детали подвески. ZTF Parts производит детали на коробки на немецкие автомобили, там на BMW, на Volkswagen, на Mercedes. И с недавнего времени они в себя поглотили, можно так сказать, еще компанию TRV. То есть скоро компания TRV будет принадлежать компании ZTF Service. Что характерно, компания амортизаторы компании Saks и компании Bogi — это одни и те же амортизаторы, выходящие с одного и того же конвейера, но только в конце этого конвейера стоит робот-маркировщик, который маркирует либо набивает маркировку либо Saks, либо Bogi. В зависимости от того, в какую страну они будут поставляться, допустим, в Германию или во Францию, они набивают определенное название. То есть, а амортизаторы сами по себе будут абсолютно одинаковые. Так что если вам говорят там компания Bogi или компания Saks, вы знаете, что это абсолютно два идентичных амортизатора. Так что эта информация очень важна. Представители компании ZTF Service нам любезно скинули свою презентацию, и мы можем теперь воочию лицезреть ее, смотреть, учиться по ней. Если что-то интересное, я могу вам показать вам. Ну, нас интересуют подделки, так что поговорим о подделках. Сам семинар, конечно, был очень интересный. Рассказывали о том, ну, на какие марки автомобилей поставляется данная компания, данная продукция. Где, что, почему называется именно, кто создатель фирмы Limfiber. О том, рассказывали о том, как о расчете симуляции на компьютере, о том, что пыльники разрабатываются специально на компьютере. Специальные стенды стоят, проверяющие, то есть большое количество проверок, большое количество ОТК, так скажем. Затем готовая продукция проверяется на специальных треках, проверяется закалка и все остальное. Ну, то есть проверка качества у них своя. Рассказали о многорычажной подвеске, чем она отличается от других, улучшенные ли характеристики. Рассказали, как правильно снимать специальными съемниками. О том, сколько человек для этого требуется и сколько времени. Ну и, соответственно, много чего тоже интересного. Про шарниры, про наконечники рулевые, про рулевые тяги, стойкий стабилизатор, то есть все, про сайлентблоки. Про всю эту продукцию нам рассказывали. Вот на чем бы хотелось бы остановиться. Тема повреждения и поиск неисправностей. Неисправное шарование всегда бывает по вине производителя. То есть очень многие факторы, влияющие на то, что шаровая или любой шарнир может выйти из строя. То есть, допустим, вот на конкретном примере здесь под пыльник попал абразив, то есть песок, и стер верхнюю часть шаровой. А обратите внимание, нижняя часть так и осталась зеркало, то есть туда не попало. Ну вот она по причине попадания песка, она вся развалилась. Далее, повреждение пыльника каким-нибудь инструментом, неправильное применение инструмента, то есть отвертка ковырнули, грубо говоря, и отсюда стала выходить смазка, и, соответственно, туда попадет мусор, пыль, песок, и оно шаровое выйдет из строя. Ну вот тоже повреждение пыльника каким-нибудь острым предметом, ножом или отверткой. Ну вот из-за повреждения пыльника произошло попадание воды, грязи, и шаровое очень быстро вышло из строя. В основном все неполадки из-за повреждения пыльника. То есть, видите, здесь тоже был удар, и пыльник порвался, и, соответственно, вышел из строя стойка стабилизатора. Вот на данном примере здесь разлилась тормозная жидкость, так вот разъела резину. Вот рулевые тяги, там, когда под пыльником, пыльник, он представляет собой гармошку, и он постоянно растягивается и сжимается. То есть, и небольшая дырочка, вот при растягивании и сжимании туда засасывает очень много грязи, воды, пыли, и там идеальная среда для образования коррозии. Ну и вот, соответственно, коррозия образуется. Ну это при ударе погнуло, видите, палец. Вот, работа пневмоинструментом или сильная перетяжка, видите, обрыв пальца. Здесь был удар
принесли рекламацию, рассказ. Здесь был удар снизу, то есть, скорее всего, молотком, наверное, когда впрессовывали Шарова. И, соответственно, корпус сместился ближе к шару и стал больше износ Шаровой самой. Ну, это работа пневмоинструментом. Закручивали, выкручивали, резьбу всю сорвали. Ну, вот здесь повреждение при монтаже шарового пальца. Провернуло здесь, видите, как металл. Это удары. Удары по корпусу шаровой. Ну, здесь был удар. Тоже небольшой момент. В рулевой тяге при максимально выкрученном руле, влево или вправо, когда вы подъезжаете к бордюру и ударяетесь об него, на рулевую тягу действует сила, задумайтесь, тонна. Практически вес всей машины действует на вот эту вот шаровую. И она потом разбивается потихонечку. Люди потом говорят, почему же такие плохие запчасти? Да потому что ты любишь скакать по бордюрам или по камням. Вот поэтому. Ну, здесь от нагрева расплавилась внутренняя часть пыльника. Внутренняя часть не пыльника, а внутренняя часть, которая выполняет функцию смазки. Ну и вот и поговорим о подделках. О подделках продукции Limfjörder. Вот конкретно шаровая. Шаровая опора на BMW E46. В шарнир встроен солимблок специальный для снижения вибрации на оригинале. На подделке нет никакого солимблока, то есть здесь полностью металлическая основа, шарнир металлический, и то есть, соответственно, вибрацию все будет передаваться на кузов автомобиля. Усиление корпуса шарнира, вот то есть здесь на оригинале усиление идет по кругу буквой L, а на подделке при разрезе увидели, что там стоит обычное кольцо, даже как бы это не усиление, а какое-то кольцо непонятное. И здесь, смотрите, вот подшаровую, обойма подшаровую идет ровная, а здесь вот угол перехода 90 градусов. То есть как бы здесь вот может сюда пыль набиться, грязь. Limfjörder визуально друг от друга, две продукции, одна из них оригинал, другая подделка. Визуально они не отличаются, то есть практически ничем. На подделке, здесь они уже определили, что шаровый палец без закалки, зазор между пыльником и пальцем существует. И вот смотрите, опорное кольцо находится ниже правильной позиции, диаметр меньшего размера, корректная позиция пыльника не гарантирована. То есть пыльник стоит ниже, соответственно, там будет происходить, соответственно, уже нужные условия не будут соблюдены. Пыльнику погрешности нет, видите, пыльник без погрешности, то есть пыльник, скорее всего, взяли оригинальный, а вот шаровую саму подделали. Внутренний шарнир. Ну и вот они рассматривали вот эти две продукции. Оригинал и подделка под нее. Ну и, соответственно, проверяли результаты тестов, там то, что она разрушение, все то, что они абсолютно не выдерживают ни оригинальные изделия, только изделия Limfjörder. На Limfjörder приклепаны шарниры. Здесь усиление самой шаровой очень толстое. На подделке она очень тоненькая, то есть она быстро выйдет из строя. На фирменной Limfjörder шаровой видно, что вот значок совы и цифра 1, 2, 2. Здесь вроде как значок совы есть, но видите, обратите внимание, 1, 2, 3, двойка перевернута. То есть такого не может быть. Там бьет робот, это все выбивает, а это, скорее всего, выбили вручную. Вот смотрите, обратите внимание, на пыльнике нанесена значок продукции Limfjörder, то есть на пыльнике именно схематично изображается сова, то есть тело совы и голова. Здесь непонятно, какой-то квадрат, треугольники, то есть якобы это продукция Limfjörder. Это мы говорили о внутренних характеристиках, когда вы уже купили, уже практически поставили его, и у вас полетела шаровая или рулевая, там вы начинаете разбираться, почему я же купил хорошую. Как же сразу в магазине понять, что вы покупаете продукцию оригинальную фирмы Limfjörder? На продукции фирмы Limfjörder здесь изображается, видите, артикул, вот, и схематичное изображение того, что лежит в коробке. То есть, если лежит шаровая, соответственно, здесь нарисованы шаровые, лежат солимблоки или какая-то резинки, то, соответственно, изображены схематично там вот солимблоки или резинки. Также вот на продукции SAX вот изображается, обратите внимание, да, вот, тоже есть артикул, вот артикул. И, соответственно, здесь нарисован амортизатор. То есть здесь лежит амортизатор. Вот такие вот ZF именно делают наклейки для идентификации своей продукции. Так вот, здесь вот две наклейки. Значит, это Limfjörder клеит на всю свою продукцию. И конкретно вот по каждой с артикулом и
изображением детали. Здесь, обратите внимание, штрих-код. Ну и вот здесь, смотрите, показывается нам на образце то, что вот на оригинальном изображено тоже вот схематично сайлентблочек, артикул и вторая наклейка. Здесь на подделке, там, где изображено артикул, смотрите, нету никакого схематичного изображения, штрих-код в другом месте. Изображение совы тут что-то какое-то тоже непонятное. Вот. И сразу обратите внимание о чем я уже говорил неоднократно. На подделках, как правило, присутствуют наклейки с квадратными краями. Это значимое различие. Ну вот, соответственно, взяв руки, вы должны, еще раз повторим, взяв руки, вы должны видеть наклейку со схематичным изображением, артикулом, наклейки с круглыми краями, ну и, соответственно, две наклеечки. Здесь. Далее, открыв упаковку, вы увидите сайлентблок продукции. Далее, открыв коробку, вы увидите сайлентблок продукции Limfjorder. Обратите внимание, что фирменными лейблами, а подделка располагает просто в обычном пакете, лежит в каком-то непонятном запечатанном там вроде как, но без маркировок каких-либо, без наименований. Допустим, если у вас вы приобрели втулки стабилизатора, они могут быть тоже положены в такие пакеты, тоже без маркировки, но это тоже будет такая же оригинальная продукция. На любой продукции Limfjorder есть схематичное изображение совы, то есть значок Limfjorder здесь перенесен вот здесь вот на сам сайлентблок. Будь то пыльник или сайлентблок, или шаровая, там есть значок Limfjorder. На подделке, обратите внимание, нету этого. И еще, вся резина продукции Limfjorder покрыта специальным воском, который предотвращает засыхание продукции или попадание туда света. Это сделано для долгого хранения. Если нету специального вот этого воска, специального покрытия, то, соответственно, это уже будет подделка. Поговорим теперь о продукции SAXS. Ну, продукции SAXS не так детально разобраны подделки. Тоже вот на семинаре показывали нам, как работают амортизаторы. Соответственно, нельзя использовать ни газовые ключи. То есть нужно использовать специальный инструмент, чтобы не оставалось на штоке царапин или зазубрин. И нельзя работать пневмоинструментом. Это очень важно. Нужно специальный момент затяжки при работе с амортизаторами. Вот, подделки. Ну, здесь они разбирают уже конкретную подделку, которая пришла после рекламации. Они разобрали, увидели, что там внутри явно не продукция SAXS. И вот они стали разбираться о том, что толщина материала меньше, тоньше, соответственно, 1,5 и 2 миллиметра там. Нет гидравлического ограничителя, ну и другие. То есть вы этого сразу не заметите при покупке, вы не сможете заглянуть внутрь. Ну, вот здесь вот характеристики о том, что различие конструкции поршневого клапана, о том, что на SAXS оригинальном он более конструктивный, здесь вот меньше даже деталей. Ну и, соответственно, завальцовка машинная, а здесь завальцовка вручную. То есть вот, купив продукцию SAXS, вы должны видеть, что вот она упаковка, наклейка, о том, что мы говорили уже. И, кстати, давайте остановимся немножечко на упаковке. Упаковка компании SAXS будет меняться в скором времени, нам уже рассказали, то есть где-то году в 16-м или в 17-м будет меняться ее упаковка. Я вам сейчас покажу, обратите внимание. Вот смотрите, какая она была раньше, упаковка. Сейчас уже упаковка вот такого формата. Вот у меня вот такого формата. И в скором времени будет упаковка вот такого формата. То есть уйдут все надписи, останется только надпись SAXS. И наклейка SAXS. Или также будет боги. Давайте посмотрим. Вот. Также боги амортизаторы. Будет тоже наклейка боги. Вот. Вот такая. И изображен амортизатор. Что вы должны увидеть, покупая амортизаторы SAXS? То есть, соответственно, должна присутствовать наклейка амортизатора SAXS с голограммой. На голограмме отчетливо должно быть видно надпись SAXS. И внутри такие голографические надписи Original Parts. Такой вот. И вот здесь вот четко выдавлен артикул детали,
САК, значит, используют для газомасляных амортизаторов вот такие планочки. То есть не веревкой перетянуты ничем, а именно вот такими планками. Это для того, чтобы держать шток, чтобы он не выдвигался. Это именно на газомасляных амортизаторах. Ну, в общем, вот такие дела, ребята. Покупайте любую продукцию у проверенного магазина, у проверенного поставщика. Не берите, не горитесь за, в первую очередь, за ценой. То есть, если у любой продукции какая-то дешевая цена, то, соответственно, это подозрительно. То есть, нужно оценивать. Если цена на амортизатор слишком дешевая, то, соответственно, это будет подделка. Не обманывайте себя, вы не купите ее по какой-то бросовой цене. Вам просто впарят контрафакт. Ну так вот, предупрежден, значит вооружен. Пользуйтесь нашими советами. Смотрите канал «Накачанные колеса». Ставьте лайк за обзор. И подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть какие-то вопросы по семинару или по продукции, пишите в комментариях, я обязательно вам отвечу. Всем пока!